рассказала Наталья Николаевна, выпускники фортепианного отделения продолжают свою деятельность в качестве преподавателей детских музыкальных школ, детских школ искусств, нашего колледжа, Дальневосточного государственного института искусств, а также артистов Приморской краевой филармонии и Приморской сцены Мариинского театра оперы и балета. Екатерина Суханова, преподаватель детской школы искусств города Артема. Екатерина, ну тогда еще Катя Гладкова, поступила в училище в 1978 году в класс преподавателя Светланы Алексеевны Тарасовец. На четвертом курсе стала лауреатом второй степени регионального конкурса молодых исполнителей. С 82 по 87 год обучалась в Дальневосточном педагогическом институте искусств в классе Раисы Евгеньевны Илюхиной. В настоящее время Екатерина продолжает исполнительскую деятельность в качестве концертмейстера. В 2007 году она стала лауреатом первой степени краевого конкурса исполнительского мастерства преподавателей детских школ искусств. В 2012 году лауреатом краевого смотра конкурса учебно-методических программ, пособий и разработок в городе Находка. Ну а совсем недавно, в 2015 году, в составе фортепианного ансамбля со своей дочерью Анной Рамадановой стала лауреатом второй степени в 10-м Дальневосточном конкурсе исполнительского мастерства преподавателей детских музыкальных школ и школ искусств. Конкурс «Золотой ключик» имени Геннадия Низовского. Анечка Рамаданова, ну, мне позволительно это сказать, потому что я была ее преподавателем. Она обучалась у нас с 2005 по 2009 год. Причем такая получилась семейная династия, потому что Аня прошла тот же путь. Здесь она занималась у Светланы Алексеевны Тарасовец, а в академии у Илюхиной Раисы Евгеньевны. Сейчас она преподаватель и концертмейстер детской школы искусств номер 1 имени Сергея Прокофьева. Также принимала неоднократно участие и становилась лауреатом различных конкурсов. Итак, я приглашаю на сцену семейный фортепианный ансамбль. Екатерина Суханова, Анна Рамаданова. Сергей Рахманинов, вальс и сюита номер 2 для двух фортепиано.
училище пришла в 15 лет совсем девчонкой. Вступительных экзаменов тревожная пора, ей пришел торжественный конец, и мне хотелось закричать «Ура!», что я ученица Светлана Алексеевна Тарасовец. На специальность я неслась порхая, и не забыть мне этих добрых рук. Учила, наставляла, помогала, моя учитель, идеал и друг. Уроки мастерства, как концертмейстер, преподавала мне Наталья Беспрозванная. Аккомпанировать гораздо интереснее, когда ты понимаешь, где фон, а где главное. У Репина Эльвира Александровна узнала все о методике преподавания, как правильно понять детишек в стороны и как о музыке им донести все знания. Ну а сейчас в своей работе сомнений нет, ни даже мизера. Как дорого общение на позитивной ноте с чудесной Валентиной Зизиной. Бежали числа, месяцы и годы, и госы сдали мы успешно. Менялась жизнь, профессии, моды. Но вы то лучшее, конечно. Таких, как вы, не забывают. Таких, как вы, наверное, нет. Вас любят, ценят, уважают через много-много лет. Не задумываясь даже, куда ребенку поступать. Она пришла, как я однажды, фортепиано покорять. Учитель тот же, дочка Аня. Какое счастье, ты и я. Тебя зовут порою Катей. Ведь ты же копия моя. Уходит детство, говорится, и не вернуть его обратно. А я умею возвратиться, ведь с вами мне всегда приятно. Теперь дуэтом мама-дочь, играем, учимся и знаем. Стираются все грани прочь, ведь мы их музыкой стираем. Училище 60 лет, солидный возраст и почетный. Успехов, творческих побед, за труд весомый, благородный. А вы, учителя родные, здоровы будьте, не хворайте. Ведь вы у нас одни такие, вы лучше нам еще сыграйте. Заставьте клавиши рыдать, заставьте петь их и смеяться, бесценный дар свой передать. Вам нужно многим постараться. Вы наш пример, вы наше все, всех с юбилейной громкой датой. И повторю еще не раз, какое счастье, что судьба свела когда-то.